Ян Муха. Кто пойдет бить? Гранквест? Будет дубль оформлять? Нет. Гранквест пошел водичку пить. Ждет. Павел Мамаев. Пауза, как говорят, в таких случаях всегда не в пользу бьющего. Но Муха вратарь опытный. Он сейчас не будет торопиться занимать свое место на линии. Наоборот, постарается эту паузу растянуть максимально. Постучал бутсы и штангу. Разбег Мамаева. Удар. Четко реализовывает 11-метровый Павел Мамаев. 2-0. Вот это уже дело. И вот это уже серьезно. В общем, говорил много раз, что он не очень понимает, что такое фанатская культура. И не понимает, зачем люди там раздеваются. Ну, у Краснодара уже и группа, так скажем, обычных болельщиков достаточно продвинутая. Ну и вот появился и фанатский сектор, который тоже украшает. Перейра, Ариев, ворота пустые и пенальти. Ян Муха. Кто пойдет бить? Гранквест? Будет дубль оформлять? Нет. Гранквест пошел водичку пить. Ждет Павел Мамаев. Пауза, как говорят, в таких случаях всегда не в пользу бьющего. Но Муха вратарь опытный. Он сейчас не будет торопиться занимать свое место на линии. Наоборот, постарается эту паузу растянуть максимально. Постучал в бутсы и штангу. Разбег Мамаева. Удар. Четко реализовывает 11-метровый Павел Мамаев. 2-0. Вот это уже дело. И вот это уже серьезно. В общем, говорил много раз, что он не очень понимает, что такое фанатская культура, и не понимает, зачем люди там раздеваются. Ну, у Краснодара уже и группа, так скажем, обычных болельщиков достаточно продвинутая. Ну, и вот появился и фанатский сектор, который тоже украшает.